9 марта в поселке Антипиха в жилом многоквартирном доме номер 6 по улице Боровой произошел взрыв бытового газа. Травмы получили 11 человек, трое из них – дети. Благотворительный фонд «Спасательный круг» объявил сбор помощи пострадавшим. На сайте благотворительного фонда на главной странице в разделе «Сейчас собираем» появилась кнопка «Пострадавшим в Антипихе». Кликнув на нее, вы перейдете во вкладку, где можно будет перевести любую сумму. Собранные средства помогут тем, кому эта помощь сейчас необходима.